Всем здорова, дорогие друзья. Продолжаем проходить код Вероника. Вот. И у меня есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая то, что мы уже приближаемся к концу игры почти. Почти еще, наверное, ну, серии 3, наверное, будет. Вот, по этой игре. Вот. А плохая то, что Магнум мы просрали. Магнум мы не возьмем. Только патроны. Потому что, чтобы взять Магнум, нам надо было... Вначале, помните, мы брали огнетушитель. Вот. И нам его надо было положить пустой сюда, в этот ящик. Сейчас я проверю. Смотрю, есть ли он. Сделали мы это или не сделали. Ну, мы это не сделали, короче. Вот. И тем самым мы усложнили себе игру. Вот. Я не знаю, как мы будем сражаться с боссом. Вот. Ну, дойдем, посмотрим. Вот. А фишка в том, что нам надо было взять огнетушитель. Здесь его на базе заправить. И помните место, где огонь горит. Комнатка с огнем, где там химикаты всякие. Вот. Нам нужно было потушить этот огонь. И там лежит кейс вроде как. Вроде бы, если мне не изменять память. Кейс с этим. С Магнумом. Вот. Так что у нас конкретная жопа. Вот. Итак. Короче, мы взяли вентиль, переходник на вентиль. Вот, нам надо спустить воду и сходить с кубиком решить головоломку. Вот. Люгер зачем-то, я так и не понял, не помню вообще, зачем нам этот люгер, короче, может, тоже что-то пропустили. Вот. Но... У нас в дальнейшем будет прохождение код Вероника X, вот, расширенная версия, и там уже попробуем тогда и взять Магнум, и еще что пропустили, короче, вот. Так что так, короче, поступим так, не будем мы тратить гранатомет. Я думаю, попробуем сэкономить гранаты для гранатомета и попробуем сражаться с боссом с гранатометом. Так, отвалили. Мне надо пройти это место. Оп, пробежал, отлично. Где дверь? Заходи в дверь. Отлично. Так. Окей. Движемся, короче, сначала к муравейнику. Сейчас разгадаем головоломочку с этим, с кубиком. Потом уже отправимся... Отправимся воду спускать. Отвалили. Проверьте. Так что как-то так вот. Много чего мы упустили. Невнимательно мы работали. Так, давайте посмотрим. Что-то написано. Близнецы Алексия и две стороны одной монеты. Оформлено от именно Алексии. Так, и здесь вот нарисовано, смотри. Черви, пики, 2А и король. Короче, две стороны одной монеты. Это имеется в виду, короче, нам надо ввести код в зеркальном виде. То бишь, получается, король... 2А, пики и черви. Так. Король. 2А, пики и черви.
А, нет ответа, смотри. Прикол. Что-то не то. Так. Окей. Две стороны одной монеты. Так. Две стороны одной монеты. Так, что ли? Так. Так. Вот так. Отлично. Отлично. Надо положить что-нибудь. Что-нибудь это у нас... В смысле? Далеко стоял, что ли? Вот так. Так, приехала колба с этим, с Альфредом, с мертвым Альфредом, смотри. Это лифт или колба? Он мертв. Он мертв, и у него что-то на руке, короче, возьми кольцо Альфреда. Взяли кольцо Альфреда. Давайте посмотрим. Кольцо Альфреда. Кажется, камни можно удалить. Вот так вот. Часть металла отделилась, и ты получил камень Альфреда. Окей. Камень Альфреда есть у нас. Все, да? Он мертв. Больше. Так, головоломка решена, и теперь нам нужно идти спускать воду. Окей, спускать воду. Так, там у нас еще зомбарики, короче. Ненавижу их. Ненавижу их. Так. Погоди. Тут, короче, это работает на электричестве. Тут, короче, надо будет электричество отключать. Положить камень, да. Здесь надо будет, я помню, здесь надо будет электричество отключать, короче, и забирать вот этот камень. Ну, оба камня. Но это тогда, когда мы сможем, короче, открыть вот эти двери. Это как обходной путь будет. Вот. Это я помню. Ой, ё! Пошли вон. Так. Так, ребята. Оп! Отлично. Отлично. Здорово просто. Вот. Так. Туда пока не идем, к свиперу. Сейчас мы сначала спустим воду. А потом уже пойдем. Так, погоди. Оп, отлично. Отлично. Не спи. Оп. Не спеша. Так, а вода. Вот здесь. Нет. Да. Нет, да. Да, нет. Я забыл. Где? Вот здесь. Да. Вот, короче, вот эта вот штука. Шланг, видите? Совместим с огнетушителем. Нам надо было вот здесь вот заправить огнетушитель. Но у нас его нет. Короче. Жопушка.
Отлично, спустили воду. Сейчас мы возьмем, что там лежит. Здесь у нас лежит... Что? Ключ-кран, отлично, ключ-кран. Оп! Ай-яй-яй! 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 Он траванул? Плохо. Плохо дело, плохо! Стоп! А он там... Он вылезет? С этого? Да, он вылез, смотри. Сюда иди. Все, готов. Он все-таки вылез. А, можно было, блин, сразу его там замочить, короче. Ублюдок, да? А я не могу, смотри, пролезть. Он вылез, а я не могу пролезть. Хитрые разработчики. Так, окей. Двигаемся к ключу крану. А-а-а! Твою-то мать, а! Еще и здесь на охотника нарвался, блин. Ну что делать? Я себе усложняю игру вообще как не знаю кто, блин. Так, окей, ключ-кран. Достали мы Александра, короче. Кто мог это сделать? Кто? А кто это сделал? А вот кто это сделал. Алексия? Вот так я избавлюсь от маленьких букашек. Ну что скажешь? Как ты хочешь умереть? Отлично, паука нам еще не хватало. Смотри, как он здоровый, да? Самый большой, наверное, паук из всей части резидента. Так, окей. Здесь у него вон что-то лежит. Давай возьмем. Так, возьми серьгу Александра. Плюнул. Неужели он мне сейчас траванет, а? Просмотр. Так, серьга Александра. Кажется, камни можно удалить. Взять камни. Отлично. Взяли еще камень. А нет, смотри. С Александром ничего не делай. Так. Валим. Все. Отлично. Блин, там сейчас этот охотник. Ружье надо. Ружье. Быстро. А, смотри! Штукенцы пропали. И этого нет. Охотника. А, нормально, смотри. Типа эти. Катсцена сработала. И все исчезли. Отлично просто. Круто. Так. Лифт. Ну чё, давайте отправимся к свиперу, посмотрим. Что там? Мы там ещё не были, в принципе. Давай под... Отлично. Вставай. Оп.
Все, готов. Этому 3 патрона хватило. Неплохо. Это у нас 3 патрона всего осталось. Это не есть хорошо. Так, смотри, здесь у нас водопад, да, какой-то? Ой, не водопад, это фонтан. Фонтан, ошибочка. Ошибочка. Так, карусель, смотри, карусель, но ничего не срабатывает на карусели. Так, что-то лежит. Окей. Возьми крыло. Так, смотри, у нас одно есть, убрано. Второе крыло. И здесь еще что-то блестело. Еще одно крыло. Нам еще одно крыло осталось. Там вроде как 4 крыла, да, по идее. Так, ничего нет здесь больше. Не лежит, нет. О, трава. Трава — это хорошо. Травушка. Еще одна. Просто замечательно. Просто замечательно. Так, здесь по уголкам-то больше нет ничего. Еще бы патрончики лежали. Было бы вообще шикарно. Я бы расцеловал эту игру. Может, здесь где-нибудь завалялись? Здесь ничего нет. Обычно в углах где-нибудь лежит. А в воде? В воде тоже ничего, да? Окей. Нет, ничего больше нет. Ладно, давай. Зайдем вовнутрь. Смотри, особняк. А, мы вот зашли. Зашли в особняк. Закрыто. Символ биоопасности около скважины. Вот, короче, это обходной путь. Особняк похож. Похож. Они, в принципе, они все похожи, да, вот во всех частях резидента. Они все похожи, короче, друг на друга, эти особняки. Вот. А, дело в том, что как бы архитектор. Ну как. Да развернись ты. Основатель вообще вот это Umbrella, да, вот это Спенсер, по-моему. Вот. Мужичок там такой. И, короче, у него, ну, как бы. Под его руководством, короче, архитектурой занимались этих особняков. Поэтому они все похожи друг на друга. Смотри, Клэр! Клэр в какой-то слизи. Это Клэр. Она в коконе. Мне нужен инструмент, чтобы открыть. Короче, нужик-ножик. Ножик нам нужен. Так. Картина близнецов и их отца. Странное отверстие на пальцах мальчика, ушах мужчины, груди девочки. Ага. А мы взяли, короче, кольцо, камень с кольца. Да, камень с уха и, ну, с этого, с серьги. Еще один с ожерелья получается. Ожерелье, наверное, у Алексии. Так, давай. Сразу впихнем, чтобы место нам экономить. Вот так. Еще один нам нужен. Ожерелье, ну, нам надо будет тогда встретиться с Алексией, чтобы ожерелье у нее отобрать. Так, возьми нож. Вот и нож. Третий нож за всю игру, прикинь. Крутяк. Так, закрыто. Угу. Закрыто. Так, ножик есть, давай мы сейчас Клэр освободим. Разрезал как пирог. Клэр. Она, по-моему, да, отравлена у нас. Крис. Она же когда с Носферату дралась, и он я ее траванул. Я так по тебе скучала. А для. Не знаю, но мы должны убираться отсюда. Противоядие там специальное. Еще нет, мы должны найти Стива.
Кто такой еще? Это парень, который бежал со мной с этого острова. Ты, если б не Стив, блин. Но во время атаки монстра нам пришлось разделиться. Сейчас бы просто свалили бы с этого острова еще и все. Стив на этой базе? Я уверена в этом. Клэр? В чем дело? Думаю, меня отравили. Ну, вот это херово. Держись. Я вскоре вернусь. Так. Где это у нас? Где карта? Где это у нас находится? Так. Мы на пятом этаже. Четвертый. На втором этаже. На втором этаже где-то. Короче, надо лекарство для Клэр найти. Так, на втором этаже. Ты будешь нам сюда спускаться? На лифте. Так. А что у нас там на втором этаже? Второй этаж. Второй этаж. Так, мы на первом сейчас. Погоди, мы на первом. То бишь нам надо... На второй. Это получается спуститься или подняться здесь? Так. Спуститься или подняться. Погоди, это случаем не здесь, ну, нигде огонь горит. Ой, зомби появились. Ой, свалили. Ой, свалили. Так, возьми инъекцию. Да, вот она. Вот она, инъекция. Погоди. Плохо. Плохо дело, плохо. Так, все. Свалили. Нахер с ними. Патроны не тратим. Все, отлично. А нахера мне комбинировать? Да блин, не надо мне комбинировать, надо посмотреть. Инъекция. Так, инъекция, смотри. Это пакет крови вообще какой-то. Так, лекарство поможет от специальных ядов. Окей. Вот так. Вот так вот. Так, сказал бедняк. Я думаю, нам надо сохраниться. А сохраночка где у нас? По-моему, здесь, да? Где куча зомби. Куча зомби. Так. Здесь, по-моему, электричество отключаем. Так, давайте посмотрим, что у нас. Если мне не изменяет память, у нас сейчас будет скоро стычка, короче, с этой... с Алексией, так что нам надо вооружиться на всякий случай. Так, это мы убираем. Так, возьмем еще аптечку, наверное.
Возьмем так, возьмем вот так. Окей. Окей. Ну и, наверное, хватит, да? Я думаю. Так, аптечка. А, погоди, надо крылья. Крылья убрать. Я думаю, крылья убрать. И может еще одну аптечку взять на всякий пожарный. Давай-ка. Давай-ка такую аптечку еще возьмем. Вдруг травить будет. Ну вот. Так. Арбалет у Клэр. В принципе, все. В принципе, все. Так. Ну что, наверное, сохранимся. Сохранимся, и на этом я закончу серию. Вот, дорогие друзья. Такая вот небольшая у нас серия получилась на этот раз. Со следующей серии поиграем, как обычно, полчасика где-то попробуем, как обычно. Вот. А эту серию я закончу прямо сейчас. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. И с вами был Валерий.